что-то, скорее всего, затекает. Подтекает, что ли. Откуда-то, ребят, вода. Вода откуда-то взялась. Тишина, спокойствие, ребят, в лесу. В общем, ну, никого здесь не было. Все тихо, спокойно. Сегодня, ребят, я в одиночном походе. В походе, не знаю, скорее всего, с ночевочкой. Ну, там еще посмотрим ближе к вечеру. Сегодня у нас, ребят, 7 апреля. Это сегодня у нас великий церковный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В общем, сегодня у нас, ребят, идет дождь. Дождик моросящий такой. Тишина, спокойствие. И существуют, ребят, некоторые приметы народные, что в Благовещение нельзя работать. Вот. Ну, естественно, мы сегодня работать не будем, а будем отдыхать. Думаю, отдыхать на свежем воздухе и любоваться природой никто нам не запрещал. Ну и не запретит, думаю. Вот. Ну, еще есть одна примета, ребят. Если на Благовещение идет дождь, то лето будет жаркое. Вот. Ну, не знаю. Посмотрим ближе к лету, какое нас ждет, ребят, лето. Ну, сейчас пойду разожгу костерочек, поставлю чаечек и потом посмотрим. Дрова, в принципе, на ночь у меня еще с того похода остались. Вот. Ну, в путь. У меня тут камера маленькая. Линзу маленько, ребят, мочит, поэтому изображение может чуть-чуть, я думаю, искажаться. Ну, ничего страшного. Вам, думаю, все видно будет. Вот у меня, ребят, вот. Уже начинает потихоньку, ребят, оттаивать. Ну, это от костра. А тут еще, конечно, много, ребят, снега. Но снег уже оседает. Снег уплотнился. Не взял планшет со мной. Она сейчас, наверное, на зарядку, ребят, его поставит. Дождик идет. Угли еще остались. Не прогорели. Печку-то уходил, закрыло полностью. Уже стало, ребят, жарко. Надо маленько просушить палатку, просушить, а то она тут дня три, наверное, у меня стояла. Да, спальник все в облое такое влажное. В общем, солнца-то нет, не просыхает. Сегодня не знаю, ребят, буду ночевать или нет, но пока что я в дневном таком походе. Сейчас. Что-то решил, ребят, не жечь на улице костер. Дрова так-то сырые. Вскипячу чаечек.
Сразу помидорки сюда выложим. Сейчас мы пожарим яички с помидорчиками. Яйца, ребят, домашние. Что? Сейчас посолим. Ну что, братцы, вот и погодка. Пошел мокрый снег. Вот такая вот, ребята, у нас погода нынче. Шел дождь с утра, а сейчас пошел снег. Мокрый. С дождем. Вот уже обед, ребята, наш готов. Смотрите, на костре, я думаю, было бы вкуснее, ребят. Футболка, ребят, уже от пота мокрая, просто сижу как в бане. Сушится. Уже скоро высохнет. На улице беда, ребята, полный снег валит. Сырой какой-то, видать, с дождем. Ой, жарище. Невыносимо. Так, ладно, сейчас сходим, попилим маленько дровишек, чтобы потом нужно было прийти уже смело сюда, не заморачиваться с дровами. Наверное, погода сегодня нелетная. Хорошо одеваться. Ну, а пока кофточку посушим. Так, придется идти на лыжах. В тот раз я тут приглядел. Нормальные прям, ребята, такие дровишки. Хорошие. Вот сейчас мы доберемся до них. Они вон вот тут неподалеку. Вот одна елочка. Вот эту сейчас возьмем. И там следующую, наверное, тоже.
снежочек пошел. Уже нормальный такой. Не мокрый вроде снег. Но на улице температура плюсовая. Вот. Вот, вон там, вон подальше маленько еще есть. Напилил, ребят, маленько дровишек. Еще осталось внизу. Распили. Сейчас маленько отдохну, обсохну. Палатки, это что-то промок. Отдохнуть надо маленько, ребят. Ой, покемай. Раз. Печка топится. Хорошо, как, ребят, в палаточке слушать дождичек. Аж убаюкивает, усыпляет, как-то сказать. Хочется так глазки закрыть и маленько. Так, сегодня будем готовить борщец, вкусный борщ. О, как раз воды хватило. Все, кипит водичка. Сейчас спустим сюда миска. Таких вот два, ребят, смачных кусочка закинем. Вот солнышко вылезло. Так, ну пока мяско варится, сходим за водой, принесем воды. Вода закончилась, ребят. И ничего не будет. Вода бы не выкипела, самое главное. Набрал водички. Запас. Запасы воды.
Так. Ну, сало растаяло. Сейчас сделаем такую шпажку. Так, пришло время спустить картошку, я думаю, тут уже я много не буду вот так вот, думаю, хватит, и пусть еще тогда минут 15. Вот у меня, ребят, бахщичок. Так, что у нас тут? О! Уже нормально. Так, сейчас вытряхнем. Такая вот, ребят, заправка. Очень вкусно. У нас сегодня борщ будет, ребят. Смотрите, какие куски свинины. О, целый час варились. Такие вот два куска. Сразу посолим. Ребят, я думаю, борщ будет просто бомба. Надо, не надо сюда ловушку. Соли закинем. О. Еще минут 5 покипит, и можно будет, ребята, кушать, жрать хочу как волк. Сварился, наверное. Опа. Сейчас посмотрим. Ох, ребята, какой борщец-то. О. Картошечка. Сейчас как наедимся. Жидковатый, правда, маленько получился. О, ребята, сейчас бы майонеза. Что-то я насчет майонеза не подумал. Все, вот такой вот
Борщичок. Братцы, сейчас будем кушать. Даже вкусно. Вот он, пробегал зайчик. Чё у нас? О, сколько залы.